Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Чиновники прогнозируют среднюю зарплату кировчан в 2025 году 50 тысяч рублей. Такая сумма значится в проекте прогноза социально-экономического развития Кировской области на ближайшие 3 года. Чиновники предлагают оптимистичные и пессимистичные варианты. Судя по документу, к 2025 году при благоприятных условиях в регионе будет проживать 1 миллион 900 тысяч человек, а средняя продолжительность жизни по сравнению с 2022 годом увеличится на 2 года и 2 месяца и составит чуть более 73 лет. Прожиточный минимум будет 16 тысяч рублей или 11 200 по пессимистичному варианту. Доход 11% жителей региона будет ниже прожиточного минимума. При этом средняя зарплата по оптимистичному прогнозу будет 50 тысяч рублей, а по пессимистичному 48. Сейчас она, отмечу, чуть более 40 тысяч рублей. Экономика. К подготовке Кирова к юбилею хотят привлекать деньги и силы местного бизнеса. Вопрос об этом подняли на заседании оргкомитета по празднованию 650-летия. Как заявил его председатель, губернатор Александр Соколов, подготовка к празднику не должна проводиться лишь за счет бюджетных денег. По мнению губернатора, в Кирове много предпринимателей, которые любят свой город и готовы принимать участие в его преображении. Тем более, что делать это для бизнеса выгодно, так как это поднимает инвестпривлекательность территории. Также во время различных мероприятий и ярмарок предприниматели могли бы реализовывать свою продукцию. Президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко добавил, что и для исполнения муниципальных заказов при подготовке города к празднику стоит отдать приоритет местным компаниям. В эфире «Экономика». 1 миллион 200 тысяч рублей выделили на освещение подземных переходов в Кирове. В городе продолжают ремонтировать подземки. Кроме замены металлических конструкций, поликарбоната и покраски стен, в переходах предполагается обновление освещения. Будут заменены все старые приборы, а также установлено новое оборудование в тех местах, где его не было. Работы уже выполнены на площади Конева, у торгового центра «Глобус Новоровского» и на улице Московской. В течение 2 недель светильники будут обновлены на всех объектах. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 59 рублей 40 копеек, евро 58,6 копеек. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».